Добрый вечер, дорогие телезрители. С вами Виктория Сылова и проект «Союз онлайн». О том, как увлекательно используя провести грядущие выходные, если вы живете в столице России или собираетесь сюда в гости. В ближайшие 5 минут. Портал православие.ру анонсирует культурно-спортивный праздник «Православие и спорт». Уже в 3-й раз пройдет это мероприятие, направленное на духовно-нравственное и физическое развитие молодежи. Место и время встречи – Московский музей-заповедник Коломенское, 13 сентября. Автор праздника «Православие и спорт» – общественное движение «40-40» при участии ряда государственных и церковных организаций. В программе праздника – беговой марафон на дистанцию 42 километра, забеги на 21, 12, 6 и 1 километр, а также показательные выступления и мастер-классы прославленных спортсменов и известных клубов по смешанным единоборствам, борьбе, боксу, карате, рукопашному бою, силовому экстриму. Любой желающий может научиться стрельбе из лука, погонять мяч с игроками лучших футбольных клубов, познакомиться с профессиональными спортсменами на площадке воркаута, увидеть чудеса спортивного мастерства и упорства спортсменов-паралимпийцев. Насыщенная программа ждет посетителей военно-патриотического сектора. Праздник православия и спорт будет организован на 10 тематических зонах. Для гостей будут работать ярмарка сувениров, детская площадка и фудкорт. Свое участие в мероприятии подтвердили чемпион мира по ММА, профессиональный боец по смешанным единоборствам и боевому самбу Алексей Олейник, заслуженный мастер спорта международного класса по кикбоксингу Алексей Папин, действующий чемпион мира Европы и России по боксу, заслуженный мастер спорта Сергей Водопьянов, чемпион мира по карате, заслуженный мастер спорта Сергей Федоткин, чемпион России и Европы по боксу, мастер спорта международного класса Владимир Носов, чемпион России по боксу, мастер спорта международного класса Давид Арустамян. Гостей праздника ждут увлекательные народные игры и забавы, конкурс граффити, праздничный концерт с участием музыкальных групп «Ярилов Зной», «Саграда», «Веретенцы» и хора русской песни. Организаторы отмечают, что праздник православия и спорт с каждым годом привлекает все большее число участников и гостей и по праву считается народным. Важным результатом проведения мероприятия является то, что спортивные клубы, секции и военно-патриотические молодежные организации, принимающие участие в празднике, ежегодно отмечают после его проведения резкий рост интереса молодежи к занятиям спортом. Напомню дату и время проведения праздника. 13 сентября с 11 до 20:00. Адрес: город Москва, музей-заповедник Коломенское, проспект Андропова, 39. А на 12 сентября, день памяти благоверного князя Александра Невского, в столичном Измайловском парке запланирован концерт «Песни нового века». В программе бард, фолк и рок-исполнители, старые и новые песни о вечных смыслах. Среди участников Олег Лагуткин, Александр Кувшинов и Никита Вятчанин. Концерт проходит в рамках проекта «Княжье слово» при поддержке продюсерского центра «Бест». Вход свободный, начало в 17 часов. Друзья, я благодарю вас за внимание. Оставайтесь с нами.